Для того, чтобы подать на расторжение брака, необходимо в отдел ЗАГС приходить вдвоем. Подается заявление по взаимному согласию. Если вторая половина согласна. Если согласие не достигнуто, то уже необходимо обращаться в суд и подавать исковое заявление в одностороннем порядке. Угу. А как долго этот процесс будет длиться? Суд минимум через месяц будет выносить решение. Угу. То есть нужно ехать не в ПАМ, а нужно ехать в суд? Нужно ехать в суд. Подается исковое заявление к мировому судье по месту жительства. Ну, либо же к вам, только уже тогда вдвоем. Либо к нам, но уже вдвоем. И также через месяц будет назначена дата, в которой необходимо будет ехать хотя бы одного из вас для того, чтобы развод состоялся. Я вас понимаю, спасибо. Если в назначенный день не придет никто, то брак будет считаться продолженным. Для того, чтобы заново подавать на развод, надо будет также оплачивать то, что они ждать месяц. Я вас понимаю, спасибо.